Пологах открыли котельную на альтернативном топливе. Эта котельная позволит одновременно использовать отходы Пологовского маслоэкстракционного завода и превращать их в тепло для предприятий коммунальной сферы, детских садов, школ и больниц. Мощность твердотопливной котельной 1500 ватт. С помощью вихревых котлов-утилизаторов отечественного производства за сутки здесь сжигается примерно 3 тонны альтернативного топлива. Полученное таким образом тепло пойдет на обслуживание Пологовского коллегиума номер 1 железнодорожной больницы, дошкольных учебных заведений «Буратино» и «Солнышко». Котельную уже называют едва ли не лучшим примером альтернативного отопления в регионе. Это действительно свято, потому что коли в державі йде війна і щось робиться, то значить ми ще живі, у нас все нормально, у нас все буде гаразд. Сейчас райгосадминистрация внесла предложение на следующий год по финансированию из областного бюджета общей реконструкции районного дома культуры.